Всем доброе утро. Возможно, нам не удастся этот ролик сбросить и показать всем на нашем канале, но мы сегодня знакомимся с Пумой. Вот она какая красавица, Пума. Это новая подружка Татоши. Ее взяли из приюта. Она поэтому, наверное, так и всех приветствует. Пумочка. Ну, Пумочка, не бойся, не бойся. Пойдем Татошу искать. Где Татоша? Татоша! Ну-ка, где наш Татоша? Вот это Татоша. Вот это лохматая морда. Пойдем, Пума, знакомиться. Пойдем к Татоше. Айда. Пойдем. Вот так вот. Вот Татоша. Вот и Пума с Татошей. Давайте, знакомьтесь, играйте, бегайте. Вот так, вот так. А мы сейчас в центр площадки подойдем, и она будет в центре площадки. Вот так. Иди, иди ко мне, и она за тобой пойдет. Вот, опа, вот это да. Она что, Татоша так не умеет. Наверное, у него слишком толстая попа. Привет. Ну ты какая-то вообще. Егоза, Егоза. Татоша, иди поиграй с девочкой. А сколько ей лет? А, годик, она молоденькая еще. Молоденькая, а ты-то у нас уже закоренелый. Кобелище, кобелище закоренелый. Вот. Ну ладно, Пумочка. Пумочка, это просто камера. Камера, она тебя снимает, чтобы всем показать, нашей маме показать, чтобы мама нас любит, всех татошных подружек. Ну ладно, всем хорошего субботнего дня. Пока.